доброго времени суток. Благодарю вас за то, что вы зашли на мой канал. Сегодня уже 3 мая, праздничные дни продолжаются. В России здесь до 10 мая выходной у многих. Сегодня такая солнечная погода. Сейчас раннее утро, ну где-то градус совсем тепла уже. Посмотрите, какая здесь чистая вода сзади меня. И как вот ярко светит солнышко. Всех поздравляю с выходными. Есть возможность отдохнуть, сделать свои дела, заняться тем, чем давно не занимались. А я работаю. Сейчас перед работой здесь вышла вместе с вами у берега погулять. Кстати, вот видите, что осталось от морской капусты. Вот она такая маленькая здесь лежит. Если вчера видео смотрели, то здесь я снимала тоже и увидела. Я не знаю, это была китаянка или вьетнамка. Кто язык понял, поправьте. Вот. И она эту капусту здесь собирает и употребляет в пищу. Но я не знаю, только в свою. Или где-то, может, что-то готовит и продает. Это не знаю. Может, какое-то лекарство готовит. Не знаю. О, смотрите, про что я вот говорила. Вот такие вот, если видно, вот там оранжевые такие пятна. Это... Так цветут водоросли. Я даже не могла понять, что это за пятна, откуда они вообще здесь берутся. Вот они ближе. Все это сюда подплывает. Вот. И это вот такое вот цветение. Ночью они светятся. Вот, а днем вот здесь вот они такого оранжевого цвета. Вот здесь, смотрите. И вообще весь берег был в таком оранжевом цвете. Сейчас нет, совсем немножечко. Сегодня, видите, праздничный день. Здесь уже много людей с утра пораньше. Еще 9 нет. Знаете, что я рано выхожу. Давайте посмотрим. Водичка такая здесь хорошая, прозрачная. Музыкой сидит, на музыка это не нужна, потому что забанят, если там какие-то звуки будут издаваться, которые нельзя в Ютубе. Уже было у меня такое, кто смотрит давно, что видео предупреждение мне написали. Сняла я его с просмотра, это видео такое классное, долго снимала, красивое видео. Ну, там звучала какая-то, по-моему, музыка или название я написала. Я не помню какое. Ну, в общем, что-то там не соответствовало требованиям. И мне написали предупреждение. Так что, видите, чем больше снимаешь, больше узнаешь. И правила эти, что можно, что нельзя. Вот, не всю музыку можно использовать. Если кто-то открывает канал свой, то надо правила эти знать. Вот музыку можно использовать только та, которая вот YouTube разрешает. Есть такая музыка YouTube, секретик вам открываю. Вот вы же видите, у меня иногда что-то звучит. Вот и спрашивают, интересуются, музыку же нельзя, пишут. А я... И говорю, что можно, но только надо знать, что использовать. Вот эту вот музыку, которая YouTube разрешает, то можно использовать. Вот это для начинающих блогеров. Такой секрет я вам выдаю. Хочу снять там вот такое цветет дерево красивое. Сейчас ближе подойдем. Вчера, кстати, у нас дождик здесь прошел. Вот опять, видите, травка. Такая позеленела, все расцвело и очень свежо здесь на улице после дождя.
Здорово, хорошо. Я говорю, как хорошо, что я это место откопала для съемок. Иногда мне там пишут, что вот, а, смотрите, даже вот лужи, видно, они еще не высохли. Вот эти вот лужи-то после вчерашнего дождя. Да, иногда мне пишут, что вот там едете, в городе много мест, которые можно снять. Вот, а я вам отвечаю так. Во-первых, когда я еду на работу, то вот снимаю для вас, что именно здесь сейчас происходит в данный момент. Ой, пришли. Смотрите, какая красота. Ой, а птички-то как поют. Ой, жизнь удалась. Ну что, вот это вот несчастье, скажете. Вот глаз радуется. Я замолчала, потому что слышу пение птички. Заливается. Наверное, с нами поздоровалась. Вам привет передает. Красиво так поет. Надеюсь, там вам слышно. Ну вот, вот это вот место, где я снимаю. Можете посмотреть. Ну вот Витинов, все как в жизни. То белое, то черное. Вот на фоне вот этой вот красоты. Вот, пожалуйста, вот эти деревья. Я вам говорила, снимала после ледяного дождя, который тут натворил делов еще в ноябре. Ну вот они поломанные. Видите, вот валяются. Так тоже, что у нас тут березка. Смотрите, кто понимает, там напишите в комментарии. Вот оно все вот так вот, видите. Природа здесь у нас разбушевалась еще в ноябре. Вот и все-все деревья. Вот, наверное, половина во всем городе их поломалось, этих деревьев. Вот, и вот эти вот сейчас ветки все еще в некоторых местах остались. Ну, прошел субботник, убирали эти все наши кучи наваленные. Вот это очень много труда. Это вот вам кажется, что там до сих пор не убрали. Она же зима здесь лютая. Вот все это там заморозилось, застыло. Только надо было вот ждать, когда все растает, собирать. Это вот легко там сидеть и рассуждать. А вот попробуйте, весь город надо убрать. Вот. Немножечко, может, где-то еще что-то осталось, но в основном ничего уже не попадается мне. Когда снимаю, ну вот видите, многие места. А, так вот, немного отвлеклась от темы. Вот такая я вот сегодня, видите, вырядилась красивая. Для вас, для себя тоже. Радую себя. Вот хочется такого весеннего настроения. И выглядеть красиво и хорошо. Стараюсь для вас. Оценивайте. Кто еще не подписался на канал, подписывайтесь, ставьте ваши лайки, пишите комментарии. Жмите на палец вверх, жмите на колокольчик, который будет оповещать о новых видео. Так, кто там у нас гавкает? Так, вон она. Так, с вами поздоровалась. Я раскавкалась. Так, делитесь видео, жмите на колокольчик, жмите на палец вверх, который будет оповещать о новых видео. Этот колокольчик. Отвлеклась на собаку. Речь забыла. Вот сейчас еще нет 9 утра. Я здесь снимаю, хожу. Во-первых, дышу воздухом. Во-вторых, показываю, как меняется природа. Вот все ваши эти дома я сниму, которые вы заказываете. Заказы выполню. Ну вот видите, отчитываю, что сейчас иду на работу. Если бы сейчас не работа, я бы сняла. Ну, пока так. Будет выходной. Надо будет мне собраться и поехать на очередной заказ. Так, солнце светит, слепит. Так, так вот можно идти. Глаза вы мои честные уже увидели. Каюсь, но снимаю, когда у меня получается, есть возможность. Ну, вы же тоже понимаете, у меня кроме съемок еще есть и свои домашние дела. Так, вот здесь вот иду, здесь уже такая сырая земля,
Так, вот сейчас вот подойду к куче, посмотрите. Так. Так, мой лук вам понравился сегодня, видимо. Ну, вот видите, про эти кучи я говорила, вот они здесь еще есть. Здесь еще не убирали. Ну, тоже проедут, все уберут. Вот, посмотрите, после дождя сырая земля. Отчитываюсь каждый день вам буквально, какая здесь погода, что у нас нового. Заранее не снимаю. Это все, как говорится, натуральные съемки. Здесь и сейчас, в эту минуту, в эту секунду. Вот, смотрите, 9:01. Я уже на ногах. И возвращаюсь, получается, домой. Я очень поздно, где-то уже в 10 часу. Мне еще спрашивают, что-то редко снимаете вечерний Владивосток. Ну, когда могу, снимаю. Но, видите, во-первых, попыталась снять, вот когда ехала. Вот, но пришлось кое-какие кадры убрать. Во-первых, ехала в этом автобусе, там все отсвечивает. Ничего толком не видно. В общем, там смонтировала. Более такие удачные с вечернего Владивостока кадры получились. А так как бы картинка сливается, вот, и не очень хорошо это все видно. Вот поэтому я щадю вас, мои дорогие. Так, ну вот, вот опять же, видите, все поломанное. Вот. И что вы там увидите, потом будете комментарии писать, что ничего не видно, что там наснимала. Вот, и поэтому так, я хочу, чтобы вы получали удовольствие от просмотра канала. Так, ну вот, гуляем, посмотрим. Там все время мы с вами море смотрели, а вот сейчас хочу показать, что здесь рядышком у этого места. Так. Да, еще попросили в комментариях. Ко всему прислушиваюсь. Плавно ведите эту камеру, чтобы... Ой, хочу вам кучу показывать. Ну, вот валяется, видите, дерево. Здесь вот так вот. Такие пострадали деревья. Вот. А это цветет. Где-то ветки обломанные, где-то вот это все цветет. Так, на чем я там остановилась? Прихожу домой поздно, получается, где-то уже после 9 вечера. Ну, такой у меня график, очень сложный, тяжелый. Ой, я не знаю, сколько я там еще выдержу. Благодарю кое-кого, что мне приходится так работать. Поняли, кого? Видимо. Так, и многим вам придется... Запасайтесь терпением, силами, вот, чтобы работать до 100 лет. Все идет к этому. Ну, я понимаю, если вот за границей, кстати, там вот эта Испания, да, Португалия, вот эти вот страны, у них на пенсию идут, сейчас вот женщины, знаете, тоже продлевают. Там, по-моему, даже 67 лет уже идет на пенсию. Это Португалия, Испания, страны, которые я знаю. Вот. Но когда они уже пойдут, понимаете, там настолько хорошая пенсия, что дальше они уже живут достойно и хорошо. А Россия, Украина, ну, сами знаете, как у нас обстоят дела. Вот, поэтому будем еще долго работать. Мне до пенсии лично еще далеко. Это я так чуть заглядываю в будущее. Смотрю, что там ждет. Кстати, напишите в комментариях. Давайте, пожалуйста, участвуйте в жизни канала. Кто еще там не присоединился, как, вот кто на пенсии, какие у вас пенсии, устраивают ли, тоже интересно, потому что смотрят из разных городов и подключаются разные страны.
Вот, и мне это интересно. Вот, и другие же читают комментарии. Вот, можно делиться и узнавать, как у других. Ну, у нас так, что-то, кстати, так, что-то праздничные дни, а я о пенсиях. Так. Хочу еще вам рассказать о ценах здесь на съемное жилье и о ценах на квартиры во Владивостоке. Вот гостинка сейчас на сегодняшний день стоит около 4 миллионов рублей. Такая вот цена. И одна моя знакомая взяла в ипотеку квартиру, вот, совершенно убитая квартира, без ремонта, ну, не в центре, а в таком спальном районе города Владивостока. Вот она нашла, долго ее искала, еле нашла. Трехкомнатная за 6200 она взяла в ипотеку. Но это надо было еще постараться ее найти, такую квартиру. И платить эту ипотеку она будет так, где-то больше там 20 лет получается. Вот сейчас ей 30 с чем-то, вот где-то там 50 с чем-то лет она ее только выплатит, эту ипотеку. Так что здесь вот так вот. И то она довольна, что нашла эту квартиру. Но если там делать ремонт, то это получается еще вкладывать надо. Ну, в хороший ремонт, если, то это надо, ну, 2 миллиона еще. Вот и посчитайте, сколько будет стоить здесь квартира. Но я еще раз говорю, что это цена такая вот средняя. Она ее нашла, эту квартиру. Вот тоже видела объявление, что продают трехкомнатную. Ну, видимо, там с ремонтом. Вот за 10 500 видела такое объявление. 10 500 000 рублей. Такие вот здесь цены высокие. Вот. И еще хочу другое сказать, что здесь у нас много работает приезжих. Тоже с ними разговаривала. Они из Узбекистана, Таджикистана приезжают. И представьте, вот у них там такие цены. Вот они здесь поработают 2-3 года. И все, и они там покупают себе уже дома, квартиры, жилье покупают. Все, даже просто работая обыкновенными уборщицами, моют полы. Или грузят где-то что-то, если это мужчина, на стройках. Вот, и они покупают жилье уже через такой период. Ну вот сравните, там цены и здесь цены. Вот, и наша, получается, здесь в России купила, я уже вам сказала, за 6200 и выплатит через 20 с чем-то лет. А гражданин другой республики, приезжая сюда, вот, работая где-то около 3 лет, а может даже меньше. Даже знаю, что раньше цены были другие, и вот покупали даже за 2 года вот эту вот квартиру, там у них или дом, квартиру, вот за такой небольшой период. Но это при том, что они еще здесь снимают квартиры, арендуют квартиры, еще платят за них. Там они экономят, что-то кушать надо, одеваться. Ну вот видите, какая разница получается. Интересно ваше мнение по этому поводу. Пишите комментарии. Вот видите, какая замечательная погода. Вот и я, если посчитать, вот взяла бы я сейчас ипотеку. Я, что я могу сказать? 100 лет я ее выплачу. Ой,
как-то вот так вот. Так что, ладно. Просто решила на такую тему поговорить с вами. Замечательная погода, замечательная природа. Надеемся, лето такое будет, потому что прошлый год, можете посмотреть, я там снимала здесь лето. Его, в общем-то, и не было. Сентябрь даже лучше был августа. Ну, где-то таких дней солнечных очень мало было. Если за все лето, недели три было за все лето, вот и сентябрь, то хорошо. А в основном шел дождь, и погода здесь была не очень. Так что смотрите, такой здесь климат. Кто собирается приехать, вот смотрите, как мы здесь живем. Вот у нас электрички ходят. На даче люди уезжают. Обстановка с пандемией здесь более-менее стабилизировалась. Уже пока, слава богу, нет такого, что сидим по домам. Все работает, все функционирует. А было время, что вообще было страшно. Непонятно, чем это закончится. Отправили с работы домой сидеть. И не работали больше месяца, мы не работали. Так что вот такие вот дела на сегодня. Просто решила с вами поделиться тем, что у нас здесь происходит на сегодняшний день. Какие цены и какая обстановка. Надеюсь, видео вам понравилось. Хороших вам праздничных дней. Скоро сниму заказ. Смотрите, то, что вы хотели увидеть, вам закажу. А вот, кому здесь не нравится, садитесь в поезд и едьте в Москву отсюда в поезде 7 суток, в самолете 8 часов. Вот, и, может быть, там вам где-то будет лучше. Ну, а я пока сейчас здесь. Ну, все может поменяться. Надеюсь, видео вам понравилось. Всего самого наилучшего.